Привет всем из Одессы. Сегодня 18 ноября 2024 год. Появился официальный комментарий от воздушных сил Украины относительно сегодняшнего ракетного удара по нашему городу. Значит, воздушные силы сообщают о том, что Российская Федерация нанесла удар ракетой «Искандер-М». Данная ракета была сбита силами и средствами нашей противовоздушной обороны. И, соответственно, вот эта сбитая ракета упала на жилой квартал Приморского района нашего города. В результате чего ужасные последствия. 8 погибших. Порядком 40 человек получили ранения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобили. Вот так вот. Что в этой всей ситуации могу сказать? Могу сказать, что обязательно нужно реагировать на сигнал воздушной тревоги. Тревога была объявлена заблаговременно, если не ошибаюсь, в 11:13, а взрыв прозвучал практически уже в 12 часов, где-то в 11:57 или в 11:58. Поэтому